Я тебе нужно взять все уже. То есть, на самом деле, решение начнем со всеми какой-то степени. Такие, что x плюс 1 вторая xx равно 0. То есть вот тут скобка, она, когда берется скобка двух элементов степени 1, получается элемент степени 2, да? И вот здесь это тоже дифференциал степени плюс 1 принадлежит второй компоненте. Вот, ну это все прекрасно, но потом мы хотим как бы делать, отождествлять некоторые такие решения, эти самые уравнения. И мы их отождествляем посредством действия вот G0. То есть я тут уже объяснял много раз, что G0 является само по себе. Вот, если взять нулевую компоненту, некоторые даже алгебры Ли, это само по себе алгебры Ли. И, в принципе, хотелось бы отождествлять, там есть некоторая технология, которая, значит, общая, которая говорит, что можно взять экспоненту от G0, и G0 действует на... Ну, на самом деле, G0 действует как алгебра Ли на G1, вот, действует на G1, в том смысле, что это означает, что G0 отображается в алгебре Ли векторных полей на G1. Это приближается таким образом, что там переходит векторное поле X, которое на точке X равняется, вот я уже не помню, там что-то такое было минус DX, по-моему. Я не помню со знаками, как там было. Здесь, пожалуйста, да, сейчас нам... А, вот здесь, да. Просто поймайте, я просто, чтобы знаки, да, смотреть. То есть это такое объектное поле, которое... Те самые, как бы, компоненты постоянная. Вот эта постоянная часть, она от икса не зависит, это линейная. Ну и там мы доказывали, что таким образом действительно сдается от обращения по выборе. И поэтому, значит, как бы, если бы желание было бы интуитивно, если бы можно было бы то можно было бы проинтегрировать это векторное поле теоретически до некоторой однопараметрической группы преобразования. То есть можно было бы вот это у нас, значит, векторное поле, и можно было бы написать такое вот из G1 в G1 фи Т, да, из G1 в G1 такое, что фи А умножить на фи Б равно фи А плюс Б, и фи Т штрих при Т равняется нулю, вот в любой точке X. Если мы работаем на контакте на чем-то, то такая бы группа она бы однозначно, вот, по крайней мере, при маленьких t, она бы однозначно получалась вот интегрированием этого векторного поля. А у нас ничего совершенно не компактно, и в связи с этим выводится вот эта арцинова алгебра Ли с непатентным медианом, потому что ну вот, если мы теперь вот все вот то же самое сделаем, только заменим g, заменим на g умножить на n, то вот эта штука уже будет импотентна. И g0 умножить на m будет импотентна. Можно сравнительно написать в этой самой, как бы, то, что мы чуть-чуть говорим, это называется Кэмпбелл-Бейкер-Хоуздорф. То есть Кэмпбелл Бейкер Хоуздорф – это значит некое поселение, которое появилось в Англии, строит некоторые большой степени, которые совершенно исключительно коммутаторы, такие утилированные, да?
Если аудио то это все прекрасно. А даже в конечноменном случае прекрасно сходится. Но в бесконечном случае нет. И в бесконечном случае, если она не подсердна, то она сходится, а в общем случае непонятно. Значит, не сходится при каких-то конечноменном, при каких-то там оценках небольших окрестностях, да? Вот. И поэтому, собственно, то, зачем, с этой точки зрения, эти арксоновые алгебры тут ровно за тем, чтобы вот можно было проинтегрировать это векторное поле. И таким образом, мы доказывали, что это векторное поле, вот VY, оно касательно к вот этому Майеру Хартану АДЖ. То есть это означает, что вот у нас есть эта квадрика, вот условно говоря, да? Ну, квадратичное уравнение можно так себе визуализировать таким образом. И вот как бы Игорь задает в этом поле, который касается на этой квадрике. Поэтому если каким-то звуком два решения, таким образом можем отождествлять. Вот. И, собственно, это и происходит. И потому что принципично было решение отождествить, мы можем это отснимать. Вот такая история. Я сказал, сейчас пойду к нам. Вы решение не соответствует деформации. Это зависит от того, что мы деформируем. То есть вот я рассказывал, например, что если мы деформируем, что я этот момент, в общем, опустил, я в деформировал, значит, комплекс Хоршильда. Это деформация ассоциативных алгебр. Бывает деформация коммутативных алгебр, бывает деформация алгебр. Бывает куча разных других историй про геометрической природы деформации, там, про которую вот лично мне алгебраистам труднее говорить. Давайте я скажу, напомню, про комплекс Хоршильда. Это значит Хо-Хата, вот, это значит G. Вот, оно, собственно, как строится? Ну, вообще сначала есть комплекс Хох, да, Хоршильда такой, его, значит, хатый член – это хом из А в тензорной степени, ну, тут L – это член, А в степени L на полом в А. Вот, дела. То есть у него есть L input, и это один output, да, как бы. Такие коцепи. Пси от А1, А L – которые принимают значение в основа. Вот. И мы на этом деле вводили дифференциал и вводили, значит, вот скобку Ли. Значит, эта скобка Ли была устроена на самом деле очень простым образом, а именно вот вы можете, если у вас есть такая цепь, коцепт Пси 1, еще какая-то коцепт Пси 2, от каких-то аргументов такого же типа с другим L, то вы можете Пси 1 подставить, или Пси 2 подставить Пси 1 как один из аргументов, да, вы можете написать Пси 1, там вот А1, так далее, там АС, дальше можете написать Пси 2, вот АС плюс 1, АС плюс М, ну, это надо так написать, да, АС плюс М, ну вот все ее аргументы, а потом вы можете написать остальные там. Вот, то есть все до конца. И это, ну, я это визуализировал вот как вот если это там типа Пси 1, то вот это там Пси 2. Вот, и вот мы это можем визуализировать вот такими картинками, да, такие подстановки. Ну вот, и на самом деле сначала определяется Пси 1 умножить на Пси 2, которая есть сумма по вот этому S. Вот, и тут, значит, плюс-минус, то есть это там можно со знаками брать по всем таким S. То есть мы представляем на любое место, как бы, да? Понятно, да? Вот. И наша скобка является таким образом, что это Пси 1, Пси 2. Сама операция не ассоциативна. Минус там, вот, там степень Пси 1, степень Пси 2. На Пси 2, Пси 1. Ну вот, это уже оказывается, значит, степень в смысле вот алгебры,
То есть, да, то есть, кстати, я думаю, вся, если мы эту хошинскую степень берем, минус один, все два, минус один, то есть в этих степенях. Да, ну вот, и видите, что тут на самом деле у нас вот тут это эльта член, это вот это, а скобка у нас на самом деле понижает эль на единицу, да? То есть, если мы берем две операции степени один с одним аргументом, то мы получаем снова операцию степени один, да? То есть это тогда получается совсем просто. Пси 1, вот, пси 2. То есть такая подстановка минус наоборот. То есть получается с минус степени 1. Вот. И, значит, поэтому у нас на самом деле скобка не с этой комплексе, а скобка на фоншинге с длинными единицами веры, насколько я понимаю, да? То есть влево. Да, в том смысле, что то, что имеет степень 1, должно иметь степень 0. И тогда все, значит, согласуется. Ну вот, и это, да, это даже алгебраи, мы такое упражнение проделывали там вот в какой-то момент, что действительно вот это уравнение Майора-Картана, dm, пси плюс 1 вторая пси-пси, где пси равно нулю, где пси, значит, это хом, из а в квадрате, да, потому что после сдвига у нас степень 1 это а в квадрате, да, у нас сдвиг на единицу влево, то есть пси лежит в а в квадрате, из а в квадрате, точнее, вот, вот такое выражение, что вот это вот, когда вот такое новое произведение, которое не старое произведение, плюс си, а то в снова ассоциативно. Вот, но я думаю, мы проделали, давайте я не буду это повторять, с вашего позволения, я просто напоминаю, да? Вот, ну, на самом деле, есть очень много примеров. То есть, модель заключается в том, что, по крайней мере, в характеристике времени, каждая такая вот проблема деформации, она, значит, вот приведет к некоторым социально-гибридным, таким образом, что вот такая классическая задача деформации, она получается через эту аминобару картона. А, кстати, вот что значит вот эти самые эквивалентности? Вот эти эквивалентности, вот когда мы учили, они, значит, получаются из игры. Видите, у нас лежит две степени внимания, это значит хом из аминобара. В нашем случае, ну, это имеет хом из аминобара. Как бы, если у нас есть единица, грубо говоря, ну, плюс, неважно, плюс там m, d, условно говоря, где d из ава, а m импотентно, да? Ну вот, тогда мы можем написать, вообще, если у нас есть любое d, там, d с чертой, которая обратима, то мы, имея, ну вот, например, d с чертой, то есть символ равняется единице плюс md, да? Эта штука обратима, это просто как пример. То тогда мы можем написать новое умножение. Старый d, 1b равняется 2, b равняется d с чертой, d минус 1, а, в смысле первого умножения, на d минус 1, b. В смысле первого. Вот. И это как бы, грубо говоря, вот когда у нас есть такое, это означает, что само только такое D, да? Это означает, что D вот из АВА, которое там тожде, ну да, вот такое D из АВА, оно является окружением алгебры. Это будет там с первым умножением, со вторым умножением. И это является умножением алгебры, как минимум, это следует отсюда. И вот такие алгебры, это дисплея, как бы.
То есть если мы считаем, что это как бы из метафизии, всегда, когда у нас есть выделение из метафизии некоторого пространства, то у нас одно движение переходит в другое. Но это самое, как мы понимаем, с отождествлением, когда вот, при разных выборах базиса, да, примерно то же самое. Да, вот, и это работает вот таким образом. На самом деле, можно посмотреть, как в разных задачах все люди формации, это все приведет вот к некоторым выжаливанию и так далее. Ну, если я теперь по существу говорить, значит, вот, вообще задача будет показать, что вот этот день, это же как функтор из Максима Вагина, всегда представим при любой жизни, представим при фактической категории. На самом деле, то, что может происходить, я бы хотел еще рассказывать, как, по-моему, понятно, что там такие же работы, когда вот я там один из них скинул там нашу группу, вот, которые делают это в алгебрах, то есть там, ну вот Хинич, короче говоря, рассматривает просто двойственную к этой алгебре, как векторное пространство, это коалгебра. И значит, он говорит, хочет, то есть то, что мы хотим, это мы хотим сказать, что деф же от А, это значит хом, ну, в гомотопической категории, там коалгебр, вот сейчас мы это все точно скажем, от А со звездочкой в вот в такую в С. Это вот комплекс Шевалея-Ленберга, который мы в прошлый раз как бы обсуждали. То есть это будет всегда верно, да? Или же я говорю... сейчас, нет, лучше правильно. Да. Да, все правильно, давай. Что это такое? Это хороший вопрос, потому что мы это не определили. Вот, чтобы сегодня происходить, будут немножко такие прыжки в неизвестность, потому что, с одной стороны, мы еще не определили, и мы рассказали, и это, в принципе, мне рассказали, что у нас будет в следующем семестре про модельные категории. С другой стороны, сегодня я буду рассказывать что-то, что это, правда, не очень прям так много, но сентенциальные модельные категории, что немножко больше, чем модельные категории. То есть некоторые, там, сейчас услышим, но в принципе, в общем случае, модельные категории, это примерно следующее, это мы можем там определять что-то типа там произведения категории в случае гомотопической алгебры. То есть мы можем... Вот это гомотопическую пространств. Вот тоже мы можем определять гомотопическую категорию в разных историях. Вот, например, в случае гомологической алгебры мы можем рассмотреть комплексы, да, и можем рассмотреть квазиизоморфизмы комплексов, и теперь мы эти квазиизоморфизмы обращаем. У нас более-менее получается то же самое, что гомотопическая категория. Вот этой Абелевой категории, да, производная категория. Ну, такое, в принципе, можно делать много когда. То есть у нас есть, например, ну вот, например, есть категория, даже категория, там, скажем, ДЖ ассоциативных алгебр. Ассоциативных алгебр. И давайте мы зайдем к массе изоморфизмом, если B, там, или с одной человечностью, как в этом случае, или к массе изоморфизмом, с определенностью есть по определению. Если
Значит, это отношение к Кимберу. Кимберу всегда должно быть. Если мы говорим, что F не усилен к инфекционерам, то это изоморфизм. То есть это отношение алгебры, которое усиливает на фенологиях изоморфизм векторных пространств. Ну, если алгебра, конечно, тоже, но векторных пространств. Мы хотим, допустим, вот эти вот слабенькие легкости обратить. То есть появилась какую-то там категорию, в которой они обратимы. Но это оказывается там очень полезно, в том смысле, что интересно, что некоторые функторы, типа как произведенные функторы, они становятся, будучи определенными на вот этой гомотопической категории, они переводят квазизоморфизмы в квазизоморфизмы. В этом случае это можно, конечно, говорить отдельно, чтобы это было понятно, да, то есть, ну, в общем, смысл в том, что у нас есть некоторое множество слабых эквивалентностей в которой есть некоторое множество морфизмов в нашей категории, множество морфизмов, которые единичные, замкнутые относительно улучшения, и даже там еще более там. Есть аксиома 2 из 3, то есть, что если, например, есть два морфизма, и, допустим, если этот и этот, и слаб, то есть, и слабая эквивалентность, то композиция тоже, и более того, если, допустим, композиция слабой эквивалентности, вот один из них, то второй тоже, как бы. Ну, такая аксиома 2 из 3 называется, 2 out of 3. Вот, а, значит, ну вот, и мы хотим вот то, что называется, сделать вот такую вот категорию дублированную с первой С, в которой вот эти слабые эквивалентности обратимы. Ну, на самом деле, мы делаем по всему, но делаем это очень конструктивно. Так что это все там можно считать, примерно как мы в гомотопической алгебре, у нас есть там проективные резольвенты и инъективные резольвенты. И мы можем... Да, значит, вот с помощью этих резольвент считать там соответственно производные функторы. Но вот тут вот, на самом деле происходит точно так же, но об этом можно, к сожалению, вот, к сожалению, это отдельная тема. Вот, поэтому я вот сейчас это немножко опущу и вернусь к нашей, в общем, с одной стороны, более простой ситуации, с другой стороны, нам надо будет что-то такое использовать. Ну да, то есть, в общем, что я хочу сказать, что вот здесь вот рассматривается категория, вот как я там даже алгебра рассматривал, и даже алгебра. И оказывается, что это просто, вот, когда мы тут рассматриваем, просто ход даже алгебра, это будет верно. Я не буду фиксировать по какой причине, что у нас вообще говорили, вот, мы тут уже обсуждали такую тему, что если такую тему, что пусть уже алгебра U, вот, с этой алгеброй коммутативная. Ассоциативная, коммутативная хомология. Ну, ассоциативная все, но тут именно коммутативная. Кокоммутативная. Да, кокоммутативная, это значит, что дельта от А до А равняется сигма дельта, где сигма это просто, ну, А, дельта это из А в А в квадрате, ну, из С в данном случае, в С в квадрате, а сигма, она переводит С на С, С на С, просто вот меняя их местами. Да? Но это аналог коммутативной алгебры, как бы. А вот представимость, она это хомология. Что еще раз? Ну, вот представимость гомотопической категории, это вот ход коммутации. Да, но это как хом, да, хом в гомотопической категории. Но это просто я так написал. То есть ход это равно хом в гомотопической категории, вот так, грубо говоря. Значит, если уже алгебра С – это коалгебра, то вот у нас в прошлый раз я определил комплекс Шевале-Ленберга, и у нас, значит, есть и комплекс Харрисона. То есть у нас были такие вот истории, которые были аналогичны тому, что мы до этого в деталях делали с Баром и Кобаром, да?
Сейчас только я внесу некоторые уточнения в это дело, но сначала сформулирую, что если у нас, значит, home из свободной в алгебрах Ли, и ДЖ, там, все у нас ДЖ, из свободной алгебры Ли, порожденная С, вот это, с дифференциалом, ну, там у нас вот, сейчас, ладно, в Ж, вот это то же самое, что home в коалгебрах, из С в вот этот комплекс Шевале-Эйленберга, вот, с постоянными коэффициентами. И это все то же самое, что вот то, что я обозначал твистинг. Ну, я могу и сейчас это обозначить твистинг, а могу обозначить Маур-Картан на самом деле, потому что это и есть Маур-Картан, по сути, из С в G. Вот, на самом деле это все прекрасно, но вот чтобы вот, да, значит, что вот тут написано? Ну, если у меня есть коммутативная коалгебра и алгебра Лиже, ну, вообще, если есть коммутативная алгебра, то любую алгебраическую структуру, если А коммутативная алгебра, и там Ж, например, алгебра Ли, да, то я могу взять и G умножить на вот это А, и это снова алгебра Ли. Ну, я уже говорил, как это делается много раз, но, допустим, вот если мы хотим взять G1 на A1 и умножить на G2 на A2, то это будет по определению, вот скобку мы таким образом пишем, G1, G2, на А1, А2. Вот. Ну и на самом деле, для того, чтобы это было такой валидной алгебры Ли, нам нужно, например, проверить как минимум, что эта скобка коммутативна, да? А если А не коммутативная алгебра, то в одном случае будет А1, А2, а в другом А2, А1, и она не будет, соответственно, коммутативна. То есть нам, я хочу сказать, что нам нужна коммутативность вот этого А, для того, чтобы вот эта штука снова была алгеброй Ли. Вот. И, значит, и на самом деле это верно для, не только для алгебры Ли, а для алгебры любой операды. Что если есть G, которая алгебра любой операды, то в пространстве А коммутативная алгебра, то вот это снова будет алгебра той же самой операды. Если это коммутативная алгебра, то есть это сдается любая операция, сдается точно так же. Итая на аитая. У вас есть какая-то операция над этой операцией. Вот вы берете и просто делаете ее линейную над А. То есть все А выносите со скобки и перемножаете. Но и так как это А коммутативно, на самом деле это абсолютно валидная операция. Вот, а вот здесь вот происходит вот примерно то же самое, только когда С это коммутативная коалгебра. И это значит, ну это как бы то же самое, если мы, например, если С количественно, то есть это значит, что такое? Это значит, вот мы берем хом на векторных пространствах из С в G. Ну, если С количественно, то мы можем в этом случае, если С количественно, вот, то мы можем в этом случае написать, что это просто С со звездочкой умножить на G, С со звездочкой – это коммутативная алгебра, и мы оказываемся в этой ситуации. Но в общем случае С не конечномерно, и мы можем вот то же самое сказать в терминах Т, С, а именно следующим образом, что мы берем, значит, вот у нас есть два F и G из вот этого хома, из С в G, я хочу определить их скобку. Что такое скобка, да? Раньше мы определяли умножение, вот, когда мы с бар ко бар работали. Вот хочу определить скобку, ну и... Значит, что это у меня есть коммутативная
это самое, коумножение, я могу написать не в c в квадрате, а в симметрической квадрате c, да? Тут я могу, значит, написать вот это вот f умножить на g, ну, в симметрическом смысле таком. И тут у меня будет, значит, симметрический... Сейчас. Как же это? Ну да, нет, давайте я лучше напишу тензорный квадрат, потому что так непонятно. Тензорный квадрат g, тогда я, значит, вот беру, значит, здесь f умножить на g, я получаю тензорный квадрат g, а тут я могу взять вот скобку. Ну вот, и на самом деле тут это... в такой записи, но на самом деле вот то, что происходит, явление именно такое же, что если c коммутативно, то это будет скобкой, а если c не коммутативно, то не будет. Вот. Например, эта операция не будет косо-коммутативна и так далее. Короче говоря, значит, что вот тут написано? Вот тут написано следующее, что мы, давайте я что-нибудь постираю. Это, например. Извините, моя карта вот C и G. Маурер, пиздец, ну что? Маурер, ну не Майер, а Маурер, да. Маурер картана C и G. Просто раньше у нас он определялся как просто Майер картана C. Да, да, а теперь же вот мы говорим, что у нас вот, я сейчас, я же вот только что сказал, что вот этот вот хом, это вот новая алгебра Ли, да? А, ага. Это малая картана, что это хом? Да, 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 совсем верно, да. Так, да, значит, совершенно верно. Значит, вот у меня есть хом из СФЖ, это алгебра Ли. На самом деле это даже алгебра Ли, потому что если я ДЖ, ДЖ и С, ДЖ, это становится как хом комплексов. И, если есть хом комплексов, то на них есть дифференциал. То есть, если есть два комплекса, два комплекса, то это получается снова сумма S плюс K S S плюс A, да? Дифференциал. А именно дифференциал действует как? Что вы можете взять здесь. Что это минус плюс это в одном случае это будет в этом случае это будет в другом случае это будет в другом случае. Вы можете взять свой карта. То, что значит, что
Это просто не то, что написано. Вот. Вот и эта часть, и вот эта часть, они обе изоморфные, как множество, то есть эквивалент, ну, изоморфные, да, как множество вот этому вот Майеру Картану, о котором мы говорим. Ну, собственно, тут надо внести некоторое уточнение, потому что вот тут нужно, ну, потому что вот на самом деле я этот момент как бы немножко сгладил, вот когда мы в прошлый раз говорили об этом, когда мы в статью еще говорили. Но вот здесь вот у нас есть единица и единица. Вот здесь вот, вот в этом самом деле. То есть на самом деле то, что мы рассматривали, не потому что мы такая действительность действительно была, это тонкий момент. Мы рассматриваем для ассоциативного случая, и так далее. То есть вы рассматриваете, значит, когда вот надо определить, что такое коагулянт. Если не просто, что такое коагибра, а какие коагибры мы рассматриваем. Вот химия сейчас это называет каким-то образом там прямо патентное, что это такое. Вот, как это называют. Он их называет коагибры. Вот. Называет это юнипа, что ли, сейчас. Значит, почему? Ну, потому что ситуация нереальная, потому что ситуация совершенно реальна к тому, что да, это коагибра, конечно. Ха это тоже коагибра. И умножение, да и значит, ха. Это изоморфно ха, и это просто тождественное отображение, да? Вот, и это коалгебра, но ядро этого дела, оно не будет коалгеброй, потому что в алгебрах оно будет алгеброй, а тут двойственная ситуация. То есть, чтобы тут была коалгебра, нам нужно, наоборот, взять фактор. Mm. Вот. Поэтому, значит, на самом деле мы рассматриваем еще одно К, вот, и как оно тут обозначается, и, наверное, я думаю... От этого эпсилон, а также мы можем этот же С-бар отождествить как С по Х. Вот в этой записи это уже будет коалгебра, насколько я понимаю. А вот в этой не будет. Вот, ну то есть, короче говоря, смысл в том, в чем вообще смысл всего этого дела, как я это понимаю, по крайней мере, что вот, вот здесь вот, точно так же, как и в баре, в бар-комплексе, хотим, чтобы это положение себя, значит, как бы отображение
на проекции на конгенераторы. Помните, да, мы говорили, что мы говорили, что, что на комплексе у нас не было единицы, мы не просто не силы. И потому что тогда предложение изменили ассоциативные коллегеры в комплексе, а мы задаемся проекции на конгенераторы. А если у нас есть такая проекция, мы для всякой там формулы можем это все дело восстановить. На этом нам на самом деле нужна какая-то вот изделия. Нам нужно знать, что некоторая фильтрация связана с этими когенераторами, что она как бы исчерпывающая. Ну, на самом деле, если приведется. Иначе мы не можем этот термин написать, да? И вот что нам нужно... То есть, короче говоря, во-первых, чтобы сказать, что это то же самое, что пол нужна, мне не нужна единица. Поэтому мы тут пишем ком из С, потому что мы требуем, чтобы единица была здесь, здесь мы должны выделить эту единицу, переходить в единицу, но это некоторое уточнение. А потом мы требуем, что на самом деле вот, у нас есть бета, из С, из С, С в степени n плюс 1, дальше мы берем позицию этого в степени n плюс 1. И вот ядро вот этого дельта n, это, ну, некоторое, я не знаю, какое, cn, да, допустим, и cn плюс 1. И мы требуем требования, чтобы это была исчерпывающая возрастающая фильтрация, то есть чтобы объединение PN с N было равно всему C. Ну, или пока не всему C балла, ну, да, как-то. Зачем нам это нужно? Для того, чтобы вы на самом деле могли в этом моменте сделать то самое, что они делали в мае. То есть, чтобы вы как бы сказали, что он из бедных, это... Значит, то же самое, что просто проекция в когенераторе без каких-либо свойств. Ну, помните, что это идея? Я помню. Нет, я помню, что у нас есть такая вот книжка вообще в жизни, что если у нас есть свободная алгебра, то есть симметрическая алгебра. Так что, говорит, задать такое, нам нужно задать это выражение из В. А? Да, да. Не да. Потому что в таком смысле, если мы хотим говорить на этом языке, то вот у нас тут есть единица. Но нам еще нужна аугментация в К. То есть вот помимо того, что у нас тут есть единица, мы еще хотим вот иметь аугментацию, которая есть отображение алгебр, и нам надо сдавать на самом деле отображение не в А, а в ядро вот этого эпсил. Потому что единица переходит в единицу, поэтому, ну, можно, конечно, говорить в А, но можно, ну, правильно сказать вот так, да? Вот, поэтому, ну, можно сказать, это, в общем, даже не важно. Вот, поэтому, как бы, дальше мы хотим сказать, что у нас, значит, вот есть вот это V, и мы хотим сказать, что дальше у нас это отображение алгебры, поэтому, если есть такое, ну, давайте напишу V, чтобы не было проблем. Вот, что, если у нас есть такое отображение из V в A, то у нас есть автоматическое отображение симметрического квадрата. Мы просто не знаем, что это отображение алгебры, поэтому мы просто говорим, что коммутативно, конечно, тоже. Ну, если мы коммутативный случай рассматриваем. Ну, то есть, понятно, это верно, это здесь, это произведение, это делается. А так как мы хотим, чтобы вот это было отображение шагов, оно не задается и тут, и тут, и тут, да? Ну, для того, чтобы такое вот можно было сделать, нам нужно знать, что фильтрация, как бы, которая порождена вот этими вот S степенями V симметрическими, дает нам всю алгебру в результате.
Ну, это в смысле, это, конечно, заключено в том понятии, что это у нас генератор, но тем не менее. Вот. А тут это значит вот код-генератор. И вот в каком-то смысле вот то, что тут написано, это такое внутреннее понятие. На самом деле, нам надо как-то так, да. Нет, потому что, значит, это некоторое такое вот уточнение, на которое можно забить в данный момент. Но просто надо иметь в виду, что если мы хотим иметь там действительно какую-то даже вот adjunction, то соединение, не говоря уже там о внешности клиента, нам надо вот так сделать. А можно это будет, можно как бы, можно это будет, в каком-то смысле, внести вот эти условия на часть алгебра и в части корма. Короче, вот так, значит, что я хочу тут сказать, что после того, что я такое написал, такое вот отображение из С в эту свободную коалгебру, ну, единица у нас переходит в единицу, а дальше у нас получается, что вот у нас есть проекция в код-генераторы. То есть вот у нас есть отображение из С в G, ну, из С бар, да, без единицы, в G единица. В G это код, ну, G на самом деле это G, сдвинутая на влево, да, то есть на вот так. Вот это код-генераторы вот этого дела. Это я в прошлый раз определял, да, могу напомнить, если надо. Если попросите, напомню. Вот. И у нас, если есть теперь любое отображение C сюда, которое отображение коалгебр, вот, и, ну, на самом деле, я вот буду вот так писать, да, потому что C бар отображается в бар сюда. Я хочу как бы написать вот это отображение. Что такое вот это? Ну, как я должен это делать? Я должен там сказать, что вот у меня... Ну, в общем, я должен сказать, что это данная вот эта ситуация. То есть я должен сказать, что вот у меня есть там дельта, там какое-то С. Оно, значит, С... Ну да, то есть у меня, значит, что должно быть, что вот... Значит, тут всегда мне вот эти все прокалгивы, как-то всегда очень тяжело говорить, мы на эту высотину случай делаем. Но, в общем, я имею в виду, что вот хочется сказать вещь дуальную вот этой. И для этого мы должны как бы вот определить, что такое вот отображение из С вот в там... Лямбда, в симметричной серии нет вот этих, из С в лямбда куб и так далее. Что такое генератор? Это значит, что это сдвинутая единица, поэтому... Давайте будем культурно делать, сделаем там перерыв через 5 минут. Нет. 20.
закончим, чтобы мы могли куда там пойти. Да. В 13, то есть, да, в 13, да. А, у вас 12.45 пара. То есть, надо во сколько закончить? Не знаю. Больше даже, чем 13, да? Еще отвлекся, например. Да, не знаю, да. Прямо там забанили, потому что минут 20. Не спешили, то есть. Давайте еще отвлекся, да, в 12. Спасибо. Ну, хорошо. Да нет, ну... Давайте попробуем. Значит, Почему надо это строить? Мы хотим описать вот это множество. Мы хотим как бы доказать, что у нас есть как бы два функтора. У нас есть функтор, может быть, да, я это не сказал, поэтому сейчас... Смотрите, у нас есть функтор из Этот функтор, то есть, что это пара присоединенных функторов. То есть, что есть вот этот вот вектор, а этот правый. Присоединенный, да? Собственно, то, что мы хотим доказать, это то, что хрень линия. Это не просто свободный алгебра, это еще дифференциал есть. Вот, некоторые вектора, это то же самое, что... Значит, Мы хотим вот форма, как вы просите меня писать, из С в Ж. Вот, то есть мы интерпретируем эту часть вот таким-то образом. И после этого, значит, мы говорим для вас. Вы описывали как С? Как вот этот? Я тут напишу какие-то имена, которые уже у нас собрали. Это то, что вот это. Значит, вот это называется Шевалер Лемьер. Логический комплекс. А это называется Харрисон. Вот это вот называется комплекс Харрисона. Вот тут я постоянно путаюсь, 2R или 2S. По-моему, 2R и 1S. Значит, ну, вот здесь, значит, это я объяснял в прошлый раз. Нужно рассмотреть свободную алгебру Ли, порожденную на самом деле C с лимитом на минус единицу, то есть она как бы идет в положительной степени. Вот. И на этом надо ввести дифференциал, который связан с дифференциалом C. С, потому что с коммутативной алгеброй, это дифференциал, на самом деле нужно интерпретировать как из С в симметрическую домашнюю квадрат, вот С сдвинутого на минус единицу, то есть вот этот, у нас есть такое,
Мы хотим тут поиграться немножко, вот тут тоже надо минус один написать. Мы хотим поиграться, значит, вот с синусом и минусом. Вот тут у нас С будет сидеть в степени плюс один, а здесь будет сидеть в степени плюс два, что это лямбда квадрат. Поэтому у нас и синетический квадрат при этом переходит во внешний. Но и так у нас получается, внешний квадрат – это в точности вторая компонента алгебры μ. То есть у нас получается какая-то такая игра. И дальше мы вот это... Мы можем вот это просто такое умножение рассмотреть как компоненту дифференциала. И дальше мы, на самом деле, коассоциативность здесь, она эквивалентна тому, что d в квадрате равно нулю. И дальше мы это дело там продолжаем. У нас получается вот то, что называется комплекс Харрисона. А здесь это вот комплекс Шевалея-Ленберга. Вот. Ну и вот. И теперь, значит, теперь если мы забудем, что у нас есть дифференциалы, и будем рассматривать только эти самые алгебры, то у нас получается, что тут у нас есть проекция в генераторе, в движении, значит, задаются вот такие сквозные проекции, а сквозные проекции у нас, ну, единица переходит в единицу, то есть единица мы должны уменьшить, и вот эта сквозная проекция дает нам, значит, вот такое вот отношение. Что мы хотим спросить себя, окей, вот, а что нам... Что значит, что она согласована с дифференциалом? Это же вот, отображение даже и здесь на самом деле, это немножко большая хитрость, потому что вот, дифференциал здесь, он не будет образующий, из компонента там из лямбда 2, g и так далее, да? То есть из лямбда 3 в лямбда 2. То есть дифференциал здесь, он как бы действует в степенях образующих. Ну, он на самом деле задается вот такой вот компонент на этих образующих. Вот. Поэтому на самом деле мы не можем сказать, что... То есть вот, ну, вот если мы хотим сказать, что это не просто отображение коалгебр, а даже коалгебр, у нас получается нелинейное условие. Вот как Майер-Каттан, это нелинейное условие. Да? Это условие... квадратичную степень некоторую. И эта квадратичная степень получается из-за того, что дифференциал здесь не будет образующим и образующим. Если мы приводим, то это будет минимальное слово. Понятно. А здесь то же самое, только у нас это образующие свободные алгебры. То есть мы получаем, в общем, то же самое, вот, в первой степени, да? Только в одном случае у нас получается вот здесь, из какой-то практики моей знаю, что макрокартан, он ни к чему хорошему не приводит. То есть, если, например, два алгебры там хорошо изоморфны, то не видно, что макрокартан изоморфен, а нет. И вообще, мне нужно как бы исследовать не макрокартан, а вот макрокартан по многим вот этих вот преобразований, которых я выводил, мое подсобрение алгебры, да, экспонент вот этих вот, который получился. Хорошо, вот, а значит, теперь что получается? То есть Майер-Каттан у меня представим, все. А я хочу, чтобы не только Майер-Каттан был представим, а... Ну, вот он представил вот в языке коалгебр, вот, пожалуйста, вот у меня Майер-Каттан зависит от коалгебры, и он, ну, можно тут, используя всякие там пополнения, писать, как это все выглядит на языке алгебр, но на языке коалгебр, то есть это не зависит от С, и в этом представим вот таким вот образом. В этом плохо.
хочу, чтобы меня представил не сам функционер макрокартана, а чтобы меня представил функционер деформации, то есть, по-моему, круглоручное преобразование. Которые уже с понятиями действуют. Ну, я думаю, что как бы, в чем идея? Что я хочу, чтобы вот все вот эти вот три части, и вот это, и вот это, и вот это, были симпрессальными множествами. Вот. То есть идея в чем, что я хочу, вот, давайте я напишу все-таки тут, я хочу, скажем так, да, что CG был симпрессальным множеством. Так, все знают, что такое симпрессальное множество? Или забыли? Ну, так, лучше. Нет, надо точно помнить. Вот вы знаете, я знаю. Что вы... вот, а вы знаете. А вы забыли немножко. Но это функтор из Delta Op. Delta, помните, что такое? Это вот эта категория, в которой объекты 0. Отхом. Вот, это было бы вот Дев от С со звездочкой от G. Вот. Ну, я предполагаю тут, что С крючномерно на всякий случай. То есть С со звездочкой, и такая, так, что С со звездочкой Арсена, вот там, ну, например. То есть я хочу, чтобы вот P0 от этого симпрессального множества давал мне как раз функтор деформации. Что это значит, грубо говоря? Это означает, что вот у меня тут есть, вот в Маар-Хартане, у меня как бы есть некоторые точки, и некоторые вот эти точки, они, значит, одна переходит в другую. Вот я хочу как бы сделать так, чтобы у меня на самом деле Маар-Хартан был таким, то, что сейчас вот называют люди бесконечность группоидом, то есть чтобы это было, ну, вот это вот как бы морфизмы, вот Маар-Хартан – это объекты, вот это вот морфизмы, они все обратимы. Я хочу сделать, чтобы там это было там бесконечность группоидом, то есть чтобы это было, как сейчас говорят, ну, это и раньше говорили, я просто так говорю, потому что не все что в теме, хановским симплициальным множеством или бесконечность группоидом. Но нам это сейчас не надо. На самом деле нам надо, чтобы просто симплициальным множеством, потому что если у нас есть симплициальное множество, смотрите, то вот у нас есть дельта в сенсе. В частности, что? То есть это что означает? Означает, что у нас на этот пункт переходит в некоторое множество СМ. Да? То есть, значит, в частности, переходит в множество вершин. У нас там, ну вот, ноль должен перейти в ноль меньше один,
Ну, это должно быть монотонным отображением. Ну, 0 может перейти в 0, и 0 может перейти в 1. Понятно, да? То есть в дельта оп у нас есть на самом деле два отображения из 1 в 0, в обратную сторону. Вот, поэтому, если мы теперь вот 1 мы сопоставляем некоторое S1, то, у нас получается, что у нас есть из S1 два отображения в S0. Ну и поэтому мы можем как бы То есть это мы как бы две точки соединяем чем-то одновременным. Но в жизни говорит, что это не всегда будет. Я хочу эти вершины отождествить, если есть такой элемент из S1. То есть хочу ввести отображение эквивалентности. Но правда жизнь говорит, что мне для этого нужно, чтобы на самом деле мое симплициальное множество было множеством Кана. Ну, чтобы там было условие, вот, это иначе не будет от условия эквивалентности. Это необходимо же? Нет, ну, для того, чтобы вот, необходимо для того, чтобы высшие гомотопии определить. А для этого мне только вот частично нужно, да. Да, то есть, на самом деле, это, по-моему, не всегда будет отношение к эквивалентности, если это техническое условие, то есть, мы себе сами начнем камеру, то есть, что все еще это будет, на самом деле. От этого дела, вот так вот, то есть, в данном случае, это будет отношение к эквивалентности, и я хочу, чтобы пиноль было как раз вот моим фильтром деформации. То есть, чтобы вот это вот отождествление по одномерным кускам, приходящим из моего симплициального множества, чтобы оно было, значит, чтобы оно было, соответственно, давало мне то же самое, что вот это вот экспонента G0, которую я там с помощью формулы Кэмпбелла, Бюкера, Хойсдорфа сооружал. То есть я хочу, чтобы MC был симплициальным множеством, да, вот таким, что я написал BDF, а это вот BDF, да, я написал, правда, это... На самом деле это оказывается технически проще. На самом деле вот это все сделать, а морально то же самое. Поэтому я работаю с коалгебром вместо алгебры. Поэтому вот я вот это вот дело заменяю на хом из А со звездочкой в G, а в векторных пространствах. А вот это вот я обозначаю С. Понятно, да? То есть там аргументы, вот где просто раньше мы писали, где в G, а С со звездочкой. А в чем проблема еще раз? Где? Наверное, это обозначение. Да. То есть я хочу, вот я тут напишу. Я хочу, чтобы вот я свое желание напишу еще раз, и я думаю, будет хом. Альфа со звездочкой G. Вот, чтобы это было эквивалентно деформационному пункту вот. Я хочу не только это, я хочу, чтобы с потенциальным множеством эта часть, эта часть. И чтобы вот это все было три потенциальных множества, которые были в этом мире.
поэтому я вот здесь, вот, да, и дальше, значит, теперь, да, дальше вот я веду некоторые формализмы, я остался 15 минут, вот, я, до этого вот, я говорил, ты ставь эти люди в держать алгебр, и держать алгебр, а теперь, ну, я просто хочу, чтобы они были модельные, то, чтобы там были какие-то, что, может быть, слушатели еще не знают, но главное, я хочу построить вновь симпенциальный холм. То есть я хочу построить холм, который был симпенциальным множеством, но я сейчас дам вот некоторые определения. Мне 15 минут есть, я тогда запущу. Все в вероятности. Все сам не могу поставить, что я не знаю, все в вероятности, к сожалению. Проходите. Чтобы смотреть симпенциальные модельные коэффициенты, значит, все-таки модельные коэффициенты, откуда Бернштейн, может быть, слышите и понимают, а именно модельные коэффициенты – это обычная категория. То есть в ней холм – это множество. Но есть еще вот слабые эквивалентности configurations. Что такое, вот это слышите не понимают, но вот это уже специальный выбор, который на самом деле позволяет нам обратить вот эти слабые эквивалентности. То есть, в принципе, этот выбор configuration, так, в общем, я не буду сейчас на этом акцентировать, что модельная категория. Еще у нас такой подчеркнутый от x, y в нашей же категории, который был бы симпенциальным множеством. И чтобы это было, чтобы это было симпенциальной категории, я хотел дать определение сейчас. Уже не успею. Начну. Вот. С следующим условием, что если x кофибрантно, значит, x кофибрантно, это значит, что 0 в x – это кофибрейшн. Кофибрейшн. А это значит, начальный объект – это финальный объект. Что это кофибрейшн? То есть вот есть какие-то такие кофибрейшн, на которые наложены какие-то аксиомы. Что если x кофибрантно, а y кофибрантно, если я в этом схеме рассмотрю пенал, такой специальный от x, y, то это будет в точности вот, то, что я обозначаю ход от x, y, но в книжках обозначают еще вот так вот, что это хлопость. Ну, что это хлоп, это не то, что это хлоп, это хлоп, гемотопические категории, от x, y. Мы хотим, чтобы наша гемотопическая категория – это сложная вещь. Мы там должны четко можно определить, сколько хом можно кофебрантными объектами еще выступлены на самом деле. А потом нужно там… Есть типа гемотопическая… То есть идея вообще этих модельных категорий в том, что мы хотим то отношение эквивалентности, которое у нас есть на топологических пространствах, в гемотопических классах отображений, да, мы хотим вот сформулировать в некотором более общем случае, существенно более общем. Ну вот, а теперь я тут хочу как бы сделать другое, чтобы если, что если x кофибрантен, а y кофибрантен, я хочу построить такое симпенциальное множество, чтобы вот эти вот классы там по отношению к гемотопии, которые мы как-то с помощью модельных категорий строим, получались просто как пеной от этого симпенциального множества. И более того, я хочу, чтобы вот это все было вот и это, и это, и это симпенциальным множеством, чтобы то же самое было верно, вот, и тогда как бы у меня будет, ну вот, по крайней мере, мы увидим, что тогда мы можем вот взять пи-0 тут, и на самом деле вот в коалгебрах любая коалгебра кофибрантна, а вот это вот фибрантна,
Вот это Шевале Эленберга, она фибрантна, и поэтому это вот считает четкий хон, на самом деле, в энтропической категории. То есть вот то условие, что это должно быть кофибрантным, а это фибрантно выполняется, и поэтому, когда мы переходим вот к пиноль здесь и здесь, мы в точности получаем, значит, вот эту вот представимость в энтропической категории, да? Именно функторы деформации. Вот в этом идея, как бы. Там написали, что внутренний хом, он увидит, что это С? А? Внутренний хом, он... В симплициальных множествах, это вот так обозначается, S sets. S sets — это функторы из, вот, категория функторов, функторов из delta op sets. А V — это как бы выделенный под множество морфизмов. Сейчас где V? То есть там выделяется под множество морфизмов. Я думал, что у меня есть все формалистики начинать. Я хотел начать, что такое сначала симплициальная категория. Потому что модельная, она будет симплициальна. Нет, смотрите, вот идея вот такая, что мы вот предположим, почему это вообще идея модельной категории, да? Вот предположим, что у нас есть категория топологических пространств. И мы не знаем, что такое атомы. Вот тут у нас классическая наука определяется, значит, вот гомотопическая топология. Мы начинаем с того, что вот у нас на отображениях топологических пространств есть понятие гомотопии отображений. Да? То есть у нас есть отображение, но смысл в том, что как-то будет понято, что это неправильно. То есть, что мы таким образом получаем какую-то неправильную категорию вообще, и что это все... А? Как правильно делать, например, когда вот первый аргумент — это вся динамика синий комплекс, как по-русски говорится? Синий комплекс, CW. Да, то есть смысл в том, что мы на самом деле вводим вот какое-то совершенно вот левое, вот не таким образом, то есть смотрите, вот то, как нас в школе учили, да, или там на первом курсе, или я не знаю где, это вот, и вообще вот как я читал, например, в книжке Фукса, Фоменко, Виттенмахера, который потом, Виттенмахера потом элиминировали из авторов, когда новые, а стали времена вот этой зеленой большой книжки не было, а была такая классная книжка с картинками Фукс, Фоменко, Виттенмахера, вот, в МГУ издана. Вот, ну, на самом деле Фоменко, там Виттенмахер записывал лекции Фукса, а Фоменко рисовал картинки, поэтому почему нужно было убирать Виттенмахера, совершенно непонятно. Ну да, то есть идея в том, что вот в классическом случае у нас есть вот то, да, топологические пространства. Мы первым делом говорим, что вот у нас есть два пространства, есть два отображения F и G, и мы знаем, когда F гомотоп G. Почему сначала даем вот это определение? Из этого определения мы говорим, когда в пространстве X и Y гомотопическое эквивалентное. И мы говорим, что это происходит тогда, когда у нас есть F из X выглядит во вторую сторону. Таким образом, что F G гомотопический эквивалент от ответственного X и G это неправильно. Включается, вот таким образом, включается единственная какая-то модельная категория, про которую там ничего особенного не говорится, про которую никто ничего не говорит. Она называется, когда это нужно, когда это делают, называется стром. Ну, то есть, есть модельная категория, которая приводит в такую гомотопическую категорию. Ну, объект под А? А как там Все правильно в каком-то смысле. Мы все, чем мы занимаемся, мы
как бы это не делает целое гематурию, гематурию всего такого мышечного процесса, который быстро рассматривается. А главное, что мы сначала, когда мы говорим про то, что мы знаем в этом отношении в энтропической эквивалентности, а хотим реконструировать наоборот вот это вот. То есть мы хотим в энтропической эквивалентности на отношениях, хотим реконструировать смысл, который мы с вами определение, конечно, такое будет в энтропической эквивалентности, как абстрактно определенное. Понимаете, да? Вот, как-то должны определить генетические группы, конечно, для того, чтобы такое сказать. Ну вот, например, да, если пи это. Ну, генетические группы не можем определить, в конце концов. Мы же, там, нам никто не мешает использовать стандартное отображение, определение генетических групп. Вот, X, вот, это самое, это F в P, Y, F от X. Вот, это изоморфизм. Изоморфизм для любого I и для любого X в X. Вот, то есть вот такое вот определение. Это вот дублевое наше. И теперь мы хотим придумать как бы гомотопическую категорию, чтобы это там дублевое обратить. То есть в принципе получается другая категория, которая вот, то есть мы как бы хотим реконструировать, мы хотим вот по вот этому определению дублевое понять, когда F гомотоп на G и, соответственно, определить генотопическую категорию. То есть мы хотим, да, сказать, что вот классы генотопических отображений из x в y – это просто обычных форм из x в y по модулю вот этого отношения эквивалентности, которое мы хотим восстановить. Вот это мы хотим найти. Вот, и тут как бы идея заключается в следующем, что мы хотим как бы мы первый объект заменяем как бы на проективную изоленту, второй заменяем на инъективную, и после этого мы действительно можем определить какой-то хол, какое-то отношение эквивалентности. И вот, собственно, вот как это вместо слова проективное мы говорим кофибрантное, вместо инъективное фибрантное, и вот как после этого это отношение эквивалентности вот определить, это решает вот эта вся наука. То есть модельные категории, ну, во втором простейшем взгляде, это некоторые, ну, первые 10 страниц, скажем так, это некоторая машина, которая по вот этому вот V позволяет определить отношение эквивалентности на морфизмах, то есть на хомах из X в Y. Но для этого нам нужно, на самом деле, нам нужно уметь заменять объекты на их там, соответственно, проективные и инъективные изоленты, и для этого нам нужны вот эти кофибрации и фибрации. Вот. Ну и, в общем, смысл таков, что, в общем, в сухом остатке мы получим, что вот это вот отображение, вот это вот отношение эквивалентности, оно совпадает с исходным, с вот классическим, которое неправильно, только если вот X это, ну, если X это клеточный комплекс. То есть если X клеточный комплекс, то мы получим вот классическое понятие этого самого. А если X не клеточный комплекс, то мы должны взять X кофибрантную замену. То есть мы должны найти клеточный комплекс. Там вот какой-то X тильда, который CW, который отображается в X, и мы должны, значит, вот отображать в Y вот этот вот X тильда. Вот, ну, да. Тильда по-русски можно говорить, потому что вот у меня там в этой дубне отучили говорить слово «хэт». Говорить «крышка», оказывается. Вот. Ну,
Да. Нет, в общем, это некоторая вот машина, просто... Я потому что, на самом деле, это является непонятным с точки зрения, когда ты получился, в общем, непонятно, как это все связано с категорией топологических пространств, по которым мы уже все знаем. Оказывается, мы не знаем. То есть оказывается, что вот эта вот машина, она приводит к другую. Нет, на самом деле, есть топологические пространства в таком понимании, а есть вот эти симпенсальные множества, и на них тоже есть модульная структура. И вот эти модульные структуры приводят к одинаковым эндотопическим фасибилам. То есть вот, она имеет абсолютно комбинаторную модель через симпенсальное множество, а вот это вот, насколько я понимаю, не имеет. Но я не собственно говорю, потому что я этим не занимался. Не занимался. Ой, что-то это самое задвоилось. Ну, на самом деле, это то, что я сейчас говорю, это связано с теоремой Лейткина, да, которая говорит следующее, что если у нас есть отображение из x-y, которое индуцирует изоморфизм на всех геометрических группах, Отличная точка. Мы не можем это сказать, если X – это клеточный комплекс. То есть, это фигуритный объект. Это как бы модельная категория. Но сейчас, когда не остановилось, все время у нас специально написано, тогда мы еще являемся субботом, продолжим, с чего я хотел сегодня начать, на самом деле. Но это очень хорошо, потому что, с одной стороны, я сегодня более непонятно рассказал, чем мы его планировали, а с другой стороны, в субботе можно меньше готовиться. Совсем дискретный комбинаторный, а вот это вот можно. Ну, в конце концов, чем плохо? Очень много пространства, они клеточные комплексы, так не бесконечно. Так, значит, смотрите, я должен вам дать эту штучку. Если будут какие-то вопросы, то